что, дорогой друг, беспроводное зарядное устройство. Распаковочка. Инструкция, кабель, оснащен микро-USB цвета фукси. Такими проводами наши прадеды заряжали ружья. И сама, значит, вот эта непосильная таблетка. Я тебя удивлю, но вот на этих ножках есть наклеечки, их нужно отклеить, чтобы они стали такими вот резиновыми. Подключается через микро-USB. Оп, ты посмотри, как красиво. Зелененьким. И еще, в общем, переливается разными цветами. Это пауэрбанк, если что, тоже Forza. Попробуем что-то зарядить, да? Вот в данном случае пачка сигарет. Пару дней уже не заряжал. Ну-ка, давай положим. Цвет стал синим, появилась точка. А мы пока с тобой, взрослые люди, будем читать бумажку. Здесь и здесь все прочел, ничего интересного нет. Вот здесь вот может быть кому-то интересно. Значит, вход микро-USB. Дальше я не понимаю, что тут написано. Обычный день Малахова. Мать учится в 5-м В, дочь учится во 2-м А, отец учится в 9-м В и влюбился в одноклассницу дочери. И об этом наш сегодняшний вечер. Ты шлюха, я весь совхоз имел. А выход, размер у нас 5 ВТ, не знаю, что это значит, 7,5 ВТ и 10 ВТ. Ну, что-то это значит для кого-то. Размер 100 на 9 миллиметров, то есть длинный и небольшой, ну, как все не любят. Кабель, значит, длина 1М, 5В и 2А. Наверное, речь идет про кабеля и про длину, значит, оргазма. Один ментальный, 5 вагинальных и 2 оральных или анальных. Диапазон рабочий, значит, рабочий диапазон 0, минус 40. 0, минус 40 будет минус 40. А, ну все правильно, до минус 40. Не знаю, вес 62 грамма. Значит, обязательно найдется в комментариях товарищ, который скажет, что вот, дескать, что ты тут показываешь. Ты должен был купить сначала, значит, телефон с беспроводной зарядкой, купить зарядное беспроводное устройство в магазине для анализов, потом уже снимать вот это видео, чтобы ты, дорогой мой человек, с удовольствием мог его посмотреть. И я это все снял ради полторы просмотра. Но, ты понимаешь, ну вот не получилось, не фартануло. Денег у меня особо нет. Как будто диск из дисковода выходит такой, да? Оп, оп. Вот, наверное, все. А, так вот, я даже не знаю, на чем закончить. На этом, наверное, закончим. В общем, ты уже знаешь, что в коробке у нас есть, подведем итоги, в коробке у нас есть устройство, которое через микро-USB, его можно использовать через Powerbank, оно работает, оно красиво светится, оно бывает белое, оно бывает черное, ну, как и все в этом мире, да, то бывает белое, то бывает черное. А здесь, на коробке, прямо в магазине можешь прочитать то, что тебе интересно, либо сейчас прям поставить на паузу и запомнить все, что здесь написано. Ну, бывает такие люди все-таки. Может, один из них. Так, и, значит, Forza. Это я для робота. Forza. Чтобы, может быть, добавить еще один просмотр ко всему этому прочему. Я привет из теневого бана YouTube. Чуваки, кто там есть, давайте знакомиться. И что еще сказать? Кстати, тут сломанный презерватив. Может, кому нужен. Стоит оно 500 рублей, но сегодня в Галимарте акция, потому что у них там что-то там день рождения. Каждый день у них день рождения. Нет, раз в полгода у них день рождения. Сегодня опять у них день рождения. И поэтому скидка была 30%, а 30% от 500 рублей, если я правильно умею считать. Слушай, это рублей 150 примерно я сэкономил. И все для того, чтобы заряжать вот эту херню. Но, смотри-ка, оно реагирует. У-у-у, прикольно. Короче, но я человек дальновидный, я надеюсь, что после прививки я проживу еще несколько лет, и в нашем средневековом обществе, то есть в моем городе, появятся зарплаты, которые позволят мне купить смартфон, который заряжается беспроводным способом. Видео в 10 минут растянуть не удалось, поэтому ни хрена я на нем не заработаю. Спасибо человек, который посмотрел это видео. Вас таких целых 3, смотри, ну там, вот там, смотри, прикинь, как нас мало. И даже я сам не буду смотреть этот видос. А, блин, не чтобы монтировать. Ну, короче, слушай, все хорошо. Куда? Ей президент, туда едут дороги. А я не прощаюсь, хотя я устал. Пока.